Так, продолжаем играть в XCOM. Страдать на высокой сложности. Поехали. Начать новое исследование. Сектор это изучен. Новый предмет. Дугомет. Нет, 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 нет. Ну, самое ближайшее это экспериментальное оружие. Поехали. Экспериментальное. Получено сообщение. У меня плохие новости. Несмотря на все наши усилия, несколько членов совета прекратили поддерживать ваш проект. Ну вот как? Вот как? Дела идут хуже некуда. Когда совет покидает столько участников одновременно, это ставит под угрозу весь проект XCOM. За последний месяц вы проделали немалую работу. Благодаря вам Земля получила короткую передышку. Однако мы полагаем, вам еще есть к чему стремиться. Да есть, так. До связи, постройки. Стройки. Уже сейчас я готов утверждать, если бы пришельцы собирались захватить Землю, модуль мы не связи. Смогли бы их остановить. Тут изолятор. Полагаю, им нужно другое. Начать. Модуль связи, что тут электростанция, да? Изолятор электростанция. Вот тут можно, да? Кварик. Давай. Электростанция, поехали. Модуль связи, электростанция, изолятор, тут типа школа офицеров или что-нибудь такое. Ладно. Конечно, очень плохо начинаем. Очередное исследование. Литейный цех, Феникс. Угу. Дугомета, да, что делать? Дугомет отсюда, оружие я бы поставил бы жнеца, что-то жнец, феникс. Ну, феникс надо брать. Можно даже две. Поехали. Так, электростанция построена. Быстро как-то. Так, генетика, кибернетика. Генетика или кибернетика? Школа офицеров 125. Давай кибернетику. Поехали. Кибернетика — это роботы в будущем. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Места происшествия США. Вести как раз. Давай. Школа офицеров. Ну а что у меня нет? Так, поддержка изменить значение тут так. Так, а тут у нас пулеметчик есть. Он на больничном, да? Два снайпера не нужны вообще абсолютно. Значит, изменить оснащение сюда. 6 уже. В принципе, нормально. А если с 6 здоровьями, можно жить. Начать операцию. Шторм 1. Готовимся к... Готовьтесь к выброске. Надо разобраться с лунатиками в США. ППП. Надо, надо. Я думаю, что будет наоборот, они с нами разберутся. Центр. Рейнджер подходит к точке назначения.
Штурм-1 просит разрешения на высадку. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Угу. Не подставляться, это не к нам. Слушаюсь. Так, поехали. Координаты получены. Цель выбрана. Как странно. Я не могу с уверенностью сказать, летуны. Где кончается органика и начинается машина. Должен признать, я видел летуны. И более красивый дизайн. Летуны, что с вами делать, а, братва? Бригада, бригада. Что с вами делать? Я ж не докину никуда. Так, снайпер тоже ничего не будет. Давай там сюда. Глухая оборона. Да и новая граната. Как вам это? Да вот. Тупо в обороне будем сидеть. И раз. Ясно. Урон нулевой. И два. Все ясно. Противник открыл огонь. Хоть не сланга, это хорошо. Вроде как неплохо. Так, 78. Нам давай попробуем. Неплохо, но не очень-то хорошо. Так, что нам делать с этим штуком? А? Так вот разве что. Разве что вот так вот, да? Давай. Мне надо разбомбить укрытие. Ну. Угу. Это плюс. Это плюс. Так. Так, это же ходил. Давай. Угу. Yes. Дерьмо ты, блин. Угу. Отлично. Смотри, сейчас сланга, да? И снайпер уже. Зацепило. Угу. Они решили жить. Я под огнем. Этот пришелец очень похож на человека. Я в шоке просто. Давайте возьмем его в плен. Я бы с ним пообщалась. Не, просто в шоке. Если постоянно через загрузки, да? Блин. Это очень-очень плохо. Очень плохо. Я пошел. Уже иду. Ну да. Как чё, странно. Так? Я не могу с уверенностью сказать, где тут кончается органика и начинается машина. Должен признать, я видел и более красивый дизайн. Выдвигаюсь. Еще дергается. Дергается, дергается. Угу, как-то не попал еще. Угу. А
снайпер, я не помню, у него нет общего вида. Вообще смысл этого снайпера. Непонятен, просто непонятен. Поди. Попал на 3. Ну, блин, будем ждать, я не знаю. Не, если вот это такое страдание, я тогда... Меня стреляют! Сейчас еще раз посмотрим, как это миссия закончится, и, наверное, перейдем на другую. Сложность. Враг обнаружен. Урон нулевой. Так, ладно. Будем пробовать, конечно, но я сомневаюсь. У нас что-то получится. Так, 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 так. Такие страдания, конечно. Давайте лучше по-другому сделаем. Одиночная. Высокая. Дополнительные настройки. Все так же, режим термоигра с одним сохранением, которое автоматически обновляется по мере прохождения игры. Изменить принятие решения и их последствия невозможно. Терминатор включать не буду, но без сохранений. Новая экономика. Раз, все люди разные. Два, скрытый потенциал. Три, набор ресурса. Нет. Спасти подонка. Нет, углы прицеливания. Вот так вот. Так лучше, наверное. Это не игра, это мучение просто. Так, если вы никогда не играли, ля-ля-ля, тра-ля-ля. Включить обучение? Нет, не включить. Я играл. И совсем недавно, да? Короче, это все пропускаем. Давайте выберем опять же финансирование. Так, внимание, вас ждет работа в самом центре Нигерии. Ролики, которые мы уже смотрели, будем пропускать. Этот объект отличается от прочих. Нормальный объект. Очевидно, это другой тип ракеты, не похожий на те, что пришельцы используют для похищения людей. Необходимо захватить этот объект. Командир, разведка сообщает о вражеской активности в этой зоне. Поняла вас. Все, пойдет. Поехали. Скорее всего, она оборудована механизмом самоуничтожения. Аккуратненько играем, без сохранений. Но, наверное, этот механизм уже отключен. В исследуемой зоне могут быть еще контейнеры. Чем больше мы их отыщем, тем больше сможем узнать. Так, еще раз. Изменить сложность. Высокая. На высокой сложности играем. Любое устройство, которое вы найдете, может содержать механизм самоуничтожения. Без сейвов, без сейвов. Без сейвов, без сейвов. Сюда. Тут, по-моему, секто это должны быть по 3 хп. Так. Так, так, так. Поехали. Я вижу. Есть контакт. И это не глюки. С ума сойти. Да, по 3 хп. Нормально. Ну, давай сразу выстрелим. И сразу попадание, да?
Похоже, оружие самоуничтожается, когда умирает его владелец. Найдите хоть какие-то осколки сюда. От него. Вдруг это поможет понять, как работают... Вдруг. Поможет, поможет. Молоко. Уже бегу. Молоко, молоко. Так, Overwatch. И сюда не хочу. Приступай. Давай сюда. Сейчас попадет, да? Так, 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 так. Шо, порандуем чуток. Сейчас кинем гранатку. Граната докинется. Отсюда должна точно. Так, поехали. Коу. Чко, Коле, Коле. Объясните вашим бойцам, что взрывать всех пришельцев подряд совершенно не обязательно. Это, конечно, весело, но взрывчатка уничтожает все тонкие технологии, которые нам так нужны. Я, конечно, не настаиваю, но все-таки... Так, сейчас по-быстренькому попробуем дойти до того момента, где мы закончили примерно. За звук, мы что, их видим, что ли? Мы их не видим. Пора пробежаться. Игра обманывает. Дальше. Ясно. Буду на чеку. Поехали дальше. Вперед. Потихоньку продвигаемся. Okay. Не спешим. Лечу туда. Вижу лунатиков. Ага. Что, он один, что ли? Одинокий волк. Есть, выполняю. Мониторю сектор. I feel, commander. Оказывается, такое бывает, да? Вытащите нас отсюда! Быстро! Сейчас же! Вот тебе и не сохраняемся, да? Так, это паника, паника, паника. Ну, ждем тогда. Пятьдесят процентов попадешь? Быть не может. Почти. Короче, не будем мы играться с тобой, братан. Или будем? Наверное, будем. Все-таки будем с тобой играться. Сейчас ты убьешь еще одного нашего, да? Пока не хочет, да? Так, у тебя граната есть? Нет, у тебя есть граната. Короче, вот так вот иди лесом. Ну, и нет, еще не все. Импульсы энергии, исходящие от этого устройства, указывают, что механизм самоуничтожения в нем не поврежден и активен. Извлеките его, пока не рвануло.
Где же вы где? Ну-ну-ну. Так, тут нету. Тут. Нету. Дальше поедем. Ну и где вы есть? Подходим поближе. Подходим поближе. Давай сюда. Смотрю внимательно. Так, дальше. А где вы есть? Отличная работа, командир. Теперь у нас есть образец субстанции для проведения анализов. А где звуки? Где они? Направляюсь на точку. Не хотят к нам идти. Будем, значит, мы их искать. Это долго, да? Так. Ну, можно сказать, мы там были, да? А если наверху посмотреть? Наверху, да? Уже бегу. Наверху тоже нету. Готовность номер один. Готовность номер один, готовность номер два. Окей. Роджер, I've got my eyes on. Буду на стороже. Ясно, буду на чеку. Где вы есть? Где же вы где? А, он один остался. Угу. Интересно, интересно. Слушаюсь. 35, а ну. Двоечка. Чуть не хватило. Выдвигаюсь. Ты попадешь? Ты не видишь. Буду на чеку. Я в порядке. Как-то не попало. Поехали. Так, улучшим. Есть поддержка. Снайпер, хорошо. Продолжить. Есть, есть. Есть. Так, сейчас быстренько пробежимся по роликам. Так, это мы знаем. Это мы знаем. Командиру XCOM просьба прибыть в центр управления. Командиру в центр управления. Добро. Центр управления, так центр управления. Поехали. Мы получили сразу несколько вызовов. Деньги, ученые, инженеры. Высокая, средняя, давай инженеров возьмем. Поехали. Тара-та-та-тан. Начать операцию. Сейчас попробуем по-быстрому закончить. И на сегодня все. Готовимся к высадке штурма. Следующая операция пройдет в Японии. По данным радиоперехвата...
Штурм 1, ответьте центру. В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. Так, ну поехали. Поехали. Так, дальше, дальше, дальше. Сюда. Угу. На эту сторону смысла нет. Смотрим сюда. Яворский. Адам Яворский. Сюзанна Голубева. Голубева. Давай сюда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, мисклик. Не туда хотел. Ну ладно. Раз так, так. Есть. Состав. Значит, сюда. Следующий. Цена. Выдвигаюсь. Overwatch. Ах, не добегаю я. Ну, в принципе, без одного состава побежать эту миссию. А там 6, да? Меня окружают! Окружают, окружают. Так, тут нема прохода, да? Нет, тут так. Чужа дальше тебя. Проходим. Overwatch. Overwatch. Дальше сюда. И сюда. Поехали. Координаты получены. К бою. Ага, и тут есть ребята, да? Давай, давай мы тогда их и похороним тут. Ну. Граната пошла. Юж там иде. Так, ну. Так, все, что поехали. Есть. Крит, крит. Крит, 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 крит. Поехали сюда. Вижу цель. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас еще с фланга. Сейчас еще с фланга ударю. Ну, я так и думал. Меня добьет. Есть варик, только быстренько всех завалить, да? Такого не будет. У нас, скорее всего, не будет. Можно гранату пустить. Ты пойдешь, наверное, на поддержку того, а этот, наверное, слона попробует ударить. Нет. Сюзанна, давай, Сюзанна, вали его. 54, ну. Сюзанна. Нет.
Так, ну, спасаем бойца, убиваем гранату. Это, скорее всего, последний. Так, заход с фланга должен быть, правильно? Правильно, 65. Ну. Есть еще шансы. Еще разок можно. Еще разок. Приказ получен, командир. Бойца надо спасти. И не вижу, да? Отлично просто. Теперь вижу. Ну, впритык, ну, убьешь. Смажь в пекло. Еще кто-то. Слушаюсь. Ну, подходите, гады. Ну все, минус боец. Ну а где тогда еще осталось? Где вы остались, козлы? Ну серьезно, что за бред? А как они там оказались? Я там был. Бред какой-то. Ну, давай. Юштам Иде. Кто-то там зашифровался, непонятно где. Что это было? Да. Было, я было, пошла. Было и прошло. Вот оно что, Михалыч. А я и не подумал. Ну тут они сидят. Ну, попади. Объект уничтожен. Это все? Да поверь, этого хватит.
так ушатали он бойцов. Этот готов. Вы молодцы, штурм один. Так, это проходим. Командиру XCOM просьба прибыть в оперативный штаб. Да, да, штурм один. Хорошо. Они первыми бросаются на врага, последними отступают. До связи, командир. В казармах можно вручить медали бойцам, которые достойны. Так, короче, хватит на сегодня. До связи.